Двухлетняя Нелли и Жанелия до сих пор ждут свою маму и верят, что она к ним вернется. Мама девочек, близнецов, ушла из дома 11 декабря на работу и домой уже не вернулась. Поздно вечером, так и не дождавшись девушку с работы, родные обратились за помощью к полицейским. По данному факту было заведено розыскное дело. Сейчас полностью отработаны ее связи пропавшей девушки. Принимаются все необходимые меры по установлению места ее нахождения. 28-летняя Гульзира Умирбаева работала контролером в одном из кооперативов собственников квартир в 18-м микрорайоне, собирая данные по оплате за отопление. Работа была связана со сбором денег, что вызывало определенное беспокойство у родных. Как вспоминает мать, Гульзира, никогда до этого не работавшая с большими деньгами, тоже беспокоилась и даже за день до исчезновения выразила беспокойство. Младшая дочь рассказала, что за день до того, как Гульзира пропала, она просила, чтобы с ней кто-нибудь пошел по участку. Она работала в микрорайоне «Восток». Что-то мне стало страшно, сказала Гульзира, но младшая дочь ответила: «Чего вы боитесь? Выходите днем. Давайте я завтра с вами схожу, когда будет выходной». Но на следующий день Гульзира пропала. Кто же знал, что так будет? Не смогли ответить, где сотрудница и руководители кооператива. Последний раз ее видели на участке. Руководство компании отказалось дать нашей съемочной группе интервью, но по телефону в нескольких словах рассказала о последних минутах работы Гульзиры. Она отдала выручку в нашу кассу и отпросилась. Больше я вам ничего не могу рассказать. Я сейчас на собрании. К слову о судьбе своей сотрудницы, коллеги после исчезновения больше не интересовались. Искать свою дочь Гульзинета Мирбаева продолжает сама и надеется на то, что может кто-то еще из горожан поможет вернуть маму дочерям-близнецам. Данияр Худайбергенов, Амантай Ауэльбеков, Нургали Койшиналиев, Константин Калашников, информационная служба телекомпании «Отрар».